Расплата за браконьерство. Стражи порядка задержали мужчину, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории природного заказника Нижнепечорский. Полицейскими были изъяты рыболовные сети, лодка с мотором и выловленная рыба краснокнижных пород. 5 июля 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу на территории природного заказника Нижнепечорский выявлен житель округа, осуществляющий незаконный вылов водных биологических ресурсов без соответствующих разрешительных документов. Сотрудниками полиции на месте происшествия изъята лодка с лодочным мотором, ставные жаберные сети, а также выловленная рыба краснокнижных пород. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Стражи порядка напоминают гражданам об уголовной ответственности за незаконный вылов водных биологических ресурсов. За браконьерство предусмотрен ряд наказаний, в том числе штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательная работа на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.